Здравствуйте. Главная тема выпуска. Как приобщить детей к православным ценностям? Вопрос обсуждался на Андреевских чтениях в Миллерово. И мотокросс – спорт настоящих мужчин. Гонки в Тацинском районе. А также еще о некоторых событиях в городах и селах области узнаете через несколько секунд. Что удивительно, на сегодняшний день приходу священника сейчас рады и в детском саду, и в школе. Еще лет 10-15 назад сложно было бы представить подобное. Поддержать и развить в детях любовь к православной культуре, научить дружбе и патриотизму – это главное, для чего и проводятся Андреевские чтения. Недавно представители Шахтинской епархии, педагоги Миллерова и ученики встретились, чтобы вместе обсудить новые методы воспитания. Андреевские образовательные чтения в Миллерово проходят уже во второй раз. На приглашение их организаторов Шахтинской епархии, Миллеровского благочиния и Управления образования откликнулись многие педагоги и учащиеся. Благочинный приходов Миллеровского округа отец Симеон поприветствовал всех, кто причастен к воспитанию молодежи, призвав их использовать в своей ежедневной работе наследие преподобного Сергия Радонежского. В нынешнем году исполняется 700 лет со дня его рождения. Для того, чтобы воспитать человека, недостаточно научить его нормам поведения и объяснить, как делать выбор между добром и злом. Важно дать фундамент нравственности. Потеря нравственности, духовности и веры привела к событиям на Украине. Ведение диалога светской власти с церковью позволит избежать необратимых процессов в жизни и духовном сознании людей. По мнению многих гостей, поспособствовать этому могут и такие мероприятия. Церковь сближает всех верующих и православных. О помощи и поддержке соседнего братского украинского народа говорил и первый заместитель атамана Миллеровского юрта Виктор Недогонов. Ведь вера, служба родному краю у казаков всегда были приоритетами в жизни. Обмен практическим опытом в вопросах духовно-нравственного воспитания и образования – одна из главных задач данных Андреевских чтений. Во время работы в нескольких секциях обсуждались вопросы продолжения духовных традиций в современности. Руководитель отдела образования и катехизации Шахтинской епархии протоиерей Сергий Яценко вместе с педагогами обсудил обозначенные в программе вопросы. Тема семейных ценностей, роль средств массовой информации в развитии личности ребенка, вопросы религиозной безопасности и преподавания основ православной культуры в средних образовательных учреждениях поднимались в ходе диалога участников чтения со священнослужителями. Учащиеся подготовили свои доклады, отражающие основы духовного единства в учениях многих святых, в том числе и преподобного Сергия Радонежского. Как приобщить православным ценностям детей? Об этом говорили работники дошкольного образования с настоятелем Свято-Пантелеимоновского храма отцом Дмитрием. Природа – это как бы книга некая, которую Господь нам оставил, чтобы мы, если будем вглядываться в него, мы увидим его за этими явлениями природы тоже. Каждый из участников вторых Андреевских образовательных чтений в этот день почерпнул для себя немало полезной информации, полученной в ходе бесед и дискуссий. Организаторы данного мероприятия поблагодарили всех, особо отметив доклады учащихся Криворужской школы. Напомню, что первые Андреевские образовательные чтения провели накануне святого апостола Андрея Первозванного. Это было 12 декабря 2012 года. Тогда в чтениях приняли участие более 70 человек, и все они единодушно решили продолжить это доброе начинание и проводить Андреевские чтения ежегодно. Рев моторов, дым и земля из-под колес. В Тацинском районе прошел мотокросс. Гонщики области на картодроме испытали себя и своих железных коней. Самому маленькому кроссмену всего 6 лет, но у него далеко идущие планы. Да и отец считает, что мотоцикл поможет ему вырасти настоящим мужчиной. А вот кто же стал победителем, узнаете из репортажа Тацинской телекомпании. В 10 утра участники один за другим подтягиваются на картодром. Сами в боевой готовности, железные кони на ходу. На трассе 10 тацинцев, четверо из них – новички. Купил мотоцикл, попробовал, понравилось. Другой купил помощней. Вот. Ну, до этого ходил, смотрел только на тренировки, мечта была. Сейчас осуществил. Будем уделять им внимание должное, будем тренировать их, ребят. Будем рассказывать, показывать, будем воспитывать. Воспитывают подрастающее поколение и коллеги из других команд. Готовятся сейчас к старту юные мотокроссмены Шахтинского центра подготовки спортсменов. Три участника в классах 50, 65 и 125 кубиков. Вот оно, наше подрастающее поколение. Да, Леша, сколько тебе лет, скажи? 6. Я с города Шахты. Папа с мамой меня возят на мотокросс, да? Да. И у меня... отличная семья очень. У меня третье место по области. Я буду бороться за первое место. Мы уже приезжаем сюда
начинается как третий сезон. Все нравится, все хорошо. Конечно, сначала маленькому нашему сыну в полтинничках было тяжеловато на песке. Ну, вроде бы привык. Вот, и будем стараться добиваться успехов в этом сезоне. Все участники приглашаются на старт. Впереди их ожидают не только яркие эмоции, но возможные сюрпризы, причем не всегда приятные. Прохождение сложной песчаной трассы еще усложняется из-за погодных условий. Скользковато, морозец с утра, скользковато. По трассе, ну ничего, я думаю, мы потихонечку раскатаем ее, солнышко выйдет, тепло будет и нормально все будет. Рев моторов, брызги рыхлого песка из-под колес и совсем непопутный ветер. В соревнованиях три заезда, в результате которых наши земляки в тройке лидеров. Первое место у Олега Мирнова, вторым стал Иван Молчанов. Третье место тоже у нашего земляка Александра Митруненко. Мотоциклетный спорт – категория технических видов спорта, которые развивает ДОСААФ России. Сегодня 400 тысяч человек состоит в рядах добровольного общества содействия армии, авиации и флоту страны. Далее короткие новости из удаленных регионов области. В Ростовской области в начале месяца стартовала спартакиада «Дона-2014». В Матвеево-Курганском районе в ней приняли участие 4 поселения. В армрестлинге первое место завоевала команда Алексеевского сельского поселения, вторые – матвеево-курганцы, а третьими стали малокерсановцы. В личном зачете с весом свыше 80 килограммов победил Алексей Яшин, а в категории до 80 килограммов – Евгений Киселев. Гиревые упражнения проводились в толчке и рывке, гири весом 24 килограмма. Алексеевцы и здесь были первыми. Второе место у Большекирсановского сельского поселения, третье у команды Матвеева Кургана. В личном зачете в категории свыше 80 килограммов победил Николай Ткаченко, а до 80 – Вартан Азизбекян. В шахматах уверенную победу одержала команда Матвеева Курганского сельского поселения. А в Новошахтинске прошла военная эстафета. Юноши 9-11 классов всех школ города соревновались в умении собрать и разобрать автомат, метко стрелять из пневматической винтовки, доказать свою силу и ловкость при прохождении препятствий. А это упражнения с гирей и на коне, кувырки и прыжки, бег, канат и шведская стенка. Некоторые этапы надо было освоить в противогазе. По результатам оценки 15 команд участниц первое место заняла 40-я школа, второе место у школы номер 4 и третьими стали ребята из школы номер 25. На сегодня это все. Вы смотрели «Главное время местное». Вела программу Таисия Киргеева. Всем приятного вечера и до свидания.